Приветствую, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами я, Михаил. И опять я добрался до живой стали. В общем, сегодня сидел, уже время как бы поздно, и понимаю, что, блин, 23 февраля, и я не записал видео. В общем, взял геймпад, включил приставку, все настроил, и вот я сейчас записываю. В общем, друзья, с 23 февраля вас всех поздравляю, хотя вы еще, сказать, в таком возрасте, что вам еще рано думать, но все же, в общем, будущие защитники, как-никак, если что, то не дай бог, конечно. В общем, всех поздравляю, самого главного, мирного неба над головой, все, чтобы было у вас хорошо, в общем, добра вам и побольше видосов, наверное, от меня, да? В общем, добра, здоровья и видосов от меня. Самое главное, да. Последнее это редко выходит, сам знаю. В общем, давайте попробуем сейчас, скажем, наугад я кого-нибудь выберу. И наугад буду с кем-нибудь драться. В общем, мне так даже в последнее время проще делать. Это я вот делаю вот так вот, раз. Оп, блин, ладно. Пусть будет он, Икси. Так, что-то я звук плохо сделал, по-моему, спецэффект, ну ладно, посмотрим. Вот, так, против него должен еще сильнее быть, но слабее, конечно, тяжело будет, вернее, легко, больно. Так, о, Хилас, или Хайлас, как его там, в общем, ну, вы понимаете, да? В общем, да, нормально, в принципе, по силе он меня превосходит, хотя я не думаю, что намного. Вот, если было бы там какой-нибудь обычный боец рейтингом 3000, то бы да, даже 4 и 5, в принципе, все слабее. А этот как бы почти под 7. В общем, почти самый главный из них. Будем биться. Хоп. Да, вот так вот бывает. Внезапно ты понимаешь, что надо записать. Что бы то ни стоило. Ну, то есть, даже скорее всего не записать, а поздравить. Я из-за этого только и решил записать видео. Потому что, если бы, то намного, намного дольше бы это продлилось. Новый год вроде поздравил. 23-й обязательно надо поздравить. Ну, получается, если я его выложу, возможно, будет даже позже. Но в итоге пока еще 23-е. Если по московскому времени смотреть, то может даже... Хотя да, все равно поздновато. Опа! Самое главное выложить видео, снять его. Так, мне ему можно, кстати, голову снести вот таким макаром. Так, сейчас, ну, вот таким вот. Ну да. Кстати, по-моему, я ни разу этого не делал. Опа! Остановил он меня. Он не будет ждать, пока я его ударю, но, блин, это такая фигня. Не, можно, конечно, его побить по-другому, но мне охота тем приемом его. Ап. Попался, да? Давай-давай. Я уже по туловищу затронул его. Ладно. В принципе, с ним я легко расправлюсь, на самом деле. В общем, друзья, вы, наверное, и забыли, что я выпускаю видео, что я есть такой. Так что вот я решил также о себе напомнить. Ай, ё-моё. Так, напоминаю вам, у меня есть второй, в принципе, канал. На нем я снимаю видео тоже, но они без комментариев. Мне без комментариев иногда проще. Ну, там, по многим причинам, то есть... Их я практически каждый день снимаю, ну, уже поменьше, не всегда каждый день, но, в общем, часто. В общем, а здесь уже как выйдет, так выйдет. Вот в праздники выходит, как бы, праздник для всех людей и для меня, для вас тоже будет праздник. Так, ну что ты, ударить-то себя не даешь. А вот меня ты неплохо ударил. Хоп, один удар и упал. В общем, как бы ни крути, Пикси он сильный боец. И мне кажется,
Он потягаться даже может, с которых сдавал бойцов. У них там рейтинг 10. Ну, я имею в виду 10 тысяч. У моего сколько? 5 тысяч. Ну, да. О, все что ли? Ё-моё. Как же так-то? Как-то быстро-быстро. Ну, ладно. Все приемы-то не опробовал. Слушайте, ну давайте повторим. Я все приемы реально не опробовал. Вот этот хороший прием. Воу, вот этот классный, кстати. Давайте еще. Ай, остановил меня все-таки. Ладно, отходим. Отходим, побережем энергию. А он пускай тратит свои силы. Точнее, не силы, а даже выносливость. Оп. А я вот истратил лишнюю выносливость. Оп, подожди. Подожди. Так. Опа, вот я ему так голову снесу. В общем, уже отвыкаешь от этих комментариев и... Да. Раньше мне давалось это... Ну, хотя, в принципе, сейчас нормально. Может, даже еще лучше, потому что... когда часто так не получается, да, поговорить с вами, то, в принципе, словарный запас, он... прямо разгружается. А вот каждый день иногда, да, устаешь от этого... А тут, мне кажется, я даже соскучился поговорить с вами о чем-нибудь. Так. Ну что ты? Что ты? Вот смотрите, молодец какой, да? Дает мне бой. Но все равно он слабоват. Ай. Надо посильнее кому выбрать, да? Опа, парировал тебя. Так, сейчас, подожди. А, отличненько. Вот сейчас голову ему снесу. Ну, давайте ему мельницы снесем, что ли, или как оно? Мельница, кофемолка. А, сейчас крутанем. Слушайте, а он может не встать? Ну, должен же, должен, давай. О, сейчас. И... А я... Вот это попал я. Ну, смотрите, он... Он живой останется. Ладно. Ну, ладно, пускай он руку починит. Точнее, я починю руку, потому что если я сделаю силу, добавлю еще, то вообще он не сможет мне сопротивляться и будет все плохо для него. Хотя и так для него все будет не очень хорошо. Так, отличненько. Еще. Оп, остановил, молодец. Так, иди сюда. Не хочет он, не хочет. Да, не получается у меня уворачиваться, но все же, вот смотрите, какой, а, настырный. Он как-то... О, сейчас я ему дам. Вот оно, счастье. Он как-то предугадывает мои движения и как-то, в общем, оказывается там, где я не ожидаю. Там, сзади, наверное, сбоку где-нибудь и бьет мне. Я его там достать не могу, потому что у меня траектория удара идет по другой стороне, скажем так. И он, ну, хитро, да, сделано. На самом деле... О, встал, молодцом. На самом деле, если честно, как бы, если говорить по игре, да, вот по графике, я бы не сказал даже вот на это время, что графика плоха. Она как бы... Из-за физики, из-за того, что выглядит совершенно нормально даже вот сейчас уже. Хотя это Xbox 360, бах, отличненько. PlayStation 3 поколение, да. Сейчас уже PlayStation 5 и т.п. В общем, даже сейчас, вот если бы такую сделать, наверное, именно на новые платформы, было бы интересно, наверное. Но ее не будут делать. К сожалению, ее не будут делать. Так, ну что, также рулетку запускаем. О! Трепетака. Я, наверное, вряд ли найду такого, который его сильнее будет. Ну, вернее, тут тоже не так уж. Блин, ну... По силам они практически равны.
Хотя кулак у Намскула побольше будет и посильнее бьет. Нормально. Вот так вот. Сейчас мы. Сейчас. Держись, братан. Так, 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 так. В общем, дай бог, выпустят. Даже хотя бы что-то похожее. Ну, мне почему-то кажется, сейчас мода вообще на другие игры идет, там типа Mortal Kombat, какие-нибудь еще. Это вроде игра как бы, ну, на самом деле простенькая, но она уникальная в том, что физика тут очень классная. Прямо я когда играл демо-версию, мне она понравилась. Но это была демо-версия, как бы так, демо-версия, ладно, чё. Игры-то у меня нету. А я поиграл, что-то так, попрыгал. Атом, по-моему, там и кто-то еще был. Можно было Нозибой, по-моему, выбирать. В общем, вот так вот. Я даже могу рассказать, как, наверное, даже, да, расскажу, как я стал этой игрой выпускать, скажем так, наверное, поделюсь, возможно, не секрет, возможно, секрет для кого-то будет, может, я не рассказывал даже, блин, не в то место бью. В общем, как я стал играть именно в эту игру, я как раз начал заниматься компьютерными играми, как заниматься, искал себя, искал, что будет смотреть, что мне будет нравиться. Ну, в общем, играл, как бы играл и играл. Но потом вот я поиграл демо-версию, так, ну, неплохо, да, классно, все. А, по-моему, я записывал с компьютера, у меня не было даже на чем записывать. То есть у меня карты захвата не было, и да, я писал через Fraps, ну, кто знает, там такая программка, которая может записывать. Ну, у меня, конечно, компьютер тоже был такой себе, и были тормоза, но нормально. Я записывал, там какой-то микрофончик приобрел. Опа, подождите. За 100 рублей, что ли? Ну, он, кстати, классный был. Вот, прямо реально классный. Потом уже дороже были, они даже, ну, не такие. В общем, записывал игры какие-нибудь там, типа Silent Hill, Dead Space, так вот, Tomb Raider. По-моему, даже много-много этих видео у меня было. Не знаю, их закрыл, не закрыл. Ну, в общем, я решил все-таки, а ну, запишу я демку, что ли. А как раз прошла «Живая сталь», то есть фильм. Буквально там, я не помню, сколько премьера была. Полгода, может, меньше даже. В общем, ну, я записал. Потом раз так, проходит время. А как бы там... На играх у меня были просмотры, ну там, 5, 10, 15, 20, ну образно, да, потому что начинающий, как бы, кто не смотрит, да, и в принципе много всяких. А потом смотрю, что-то не понял, 1000, 10 тысяч, 20, 30, 50, ну в общем, вы поняли, да? И я понимаю, что, блин, надо. А у меня даже на то время, получается, ну, не было финансов, как бы, купить эту игру. Да, хотя она копейки стоила, но вот на тот момент все деньги уходили на аренду жилья и т.п. На жизнь, в общем. Я думаю, ну, все-таки надо ее. Через месяца полтора я попросил денег взаймы. Ну, так, смешно, конечно, сейчас. Взаймы там какую-то сумму. В общем, смешная сумма была, 300-500 рублей. Ну, они как бы были деньги, но не на это. Там, на телефон, на, ну, я имею в виду, на звонки, на питание. Мне сейчас руку сломают, кстати. В общем, ну, на игры не было денег. Ну, сами понимаете, да, когда вот такая вот ситуация, что... Игры это, ну, в принципе, классно, охота всегда, но это последнее, что ты купишь. Ты даже лучше носки выберешь, когда у тебя нет носков, чем игру. Хотя охота игру.
В общем, купил я все-таки игру, прошло много времени, месяца полтора, наверное, я не помню, сколько прошло. Вот, и я начал ее записывать. Блин, если бы я раньше купил эту игру и начал бы записывать, еще бы проще мне было в этом развиться, честно говорю. В общем, и пошла жара. Ну, не так, конечно, но все-таки пошла. Я не помню, то ли через 2 месяца, то ли через 3, в общем, ну да, было дело. Долг, конечно же, я отдал, там фигня прошло. Все равно человеку спасибо сказал. Ну, тема в том, что жара пошла с этой игрой. И как бы вроде хотелось в другие игры играть, но я понимал, что другие игры, ну, блин, как-то их много. Каждые новинки, он каждый блогер выпускает, летсплеер, я не знаю, сразу до дыр затирает их, любую новинку, а у меня в новинках ни одного просмотра. Потому что, сами понимаете, развиться канал — это тяжело. Ну, как тяжело? Для кого-то, видимо, не тяжело, может, как-то помогает им еще что-то. Вот, но игровому каналу на самом деле конкурентная, скажем так, ниша очень конкурентная, и, ну, всех много. В общем, и живая сталь пошла, реально пошла, и даже на втором канале пошла. Она выстрелила намного позже. Вот, и сейчас у меня было больше каналов, на самом деле, там не только игра была. У меня был еще там канальчик, который ушел в никуда. Права там нарушил несколько раз. Ну, потому что не знал, как это все работает. В общем, ну, это было такой мой путь. Хотя он и сейчас продолжается. Вот, давайте по козырным роботам пройдемся. Допустим, поедем. А я вот такую историю вам рассказал или расскажу. Я вот, наверное, практически все рассказал. Там можно добавить, но я, наверное, пока даже не буду. Может, это вам даже не интересно, я тут рассказываю. Ну, в общем, вот так вот у меня получилось. Ну, кстати, первые мои $100 я заработал, если так брать, да, вот финансы, через год или через... Там все равно какие-то деньги мне начали, и то я не сразу сделал монетизацию. В общем, первые $100 мне когда прислали, мне еще сообщили, я как бы жил не там, куда этот чек пришел, я в другом городе жил. Мне мама позвонила, Миша, говорит, тебе какой-то там чек пришел из Гугла. В общем, ну, она сказала, не из Гугла, из Америки, в общем, как бы. И я сразу понял, что это за вещь такая. В общем, а потом я столкнулся с другим. В общем, классно, подержать этот чек, все, да. Но вы его не можете обналичить. Вы его просто, ну, как бы вот так вот у нас в России, потому что это американское все, да. Вот, я потом начал искать, как его обналичить. Обналичил, ну, там комиссия терялась. Я его обналичил, и на эти деньги там у меня оставалось 1006, наверное. Я купил, так как у меня была приставка и старый телевизор, я купил телек ЖК-шный 32 дюйма LG, но он был бэушный. Но, блин, у меня радости не было предела, потому что я, знаете, не просто там потратил на еду, ну, на какие-нибудь безделушки там, не знаю, на шмотки, образно, да, на кинотеатры. Я купил себе телевизор, который я смогу сейчас играть в нормальном разрешении. Сами понимаете, когда играете на кинескопном телеке, да, вот старый кинескопный, если вы понимаете. Ой, там глаза мылило. Я играл на PlayStation 3. Да, у меня был шнур, в принципе, и там совершенно это мыло мыльным было. Даже не мыло мыльным, как бы из-за разрешения, то что совершенно другое, там очень уставали глаза. И, в общем, иногда даже надписи невозможно было прочитать. Вот, в общем, я купил этот телек, он был таким классным.
Никакого Smart TV, конечно, тогда и не было, потому что они только пошли. Ну, как только. Для меня совершенно, скажем... Я вот смотрю и не понимаю, записывается у меня ролик, нет? Не дай бог, он не записывается. Это будет печально. Потому что как-то карта захвата у меня быстро-быстро это... То есть мигает, не должен... Ну ладно, надеюсь, не за... вернее записывает, потому что обидно будет потерять мой разговор, мои какие-то, не знаю, чувства переполненные, которые у меня все-таки остались с тех времен. В общем, мои впечатления, да. В общем, вот так вот я купил телек, купил, ну, приставку я до этого купил. И, в общем, и на этом телеке я начал писать вашу любимую живую сталь. Ну и не только, но в общем в основном так. Эй, блин, еще не восстановился. Сейчас мы тебе голову проломим. В общем, вот так это было. Потом я второй чек получил еще через какое-то время. Ну, на самом деле, очень долго все это. То есть заработки были смешные. Потому что российский YouTube не такие деньги предлагает, как вот заграничный. В общем, я не помню, куда я их потратил, на что. Ну, тоже что-то купил такое. Карта захвата у меня уже... А! Так... По-моему, я карту захвата купил. Я вот не помню. На вторые 100 баксов. Ну, в общем, у меня тоже они на что-то ушли. А, тоже взял ее БУ. Она тогда стоила, не помню... 5000 или сколько. В общем, до сих пор на ней играю. Классная карта захвата. Авермедиа. Ой, что-то я силу увеличиваю. Не помню, это, наверное, с какого заработка. Но вот самое главное, я помню, когда я телек ехал, покупал еще. Зашли в квартиру к дяденьке, к мужчине. И думаю, блин, может он нас завел развести как-нибудь, знаете. Когда заходишь в незнакомом домой, у него еще лицо такое было. Ну, не сказать, что маргинальное, но такое вот прямо. Он нормальный человек, все. Я спросил, а почему вы продаете? У него в коробке было. А что, говорит, я купил себе телевизор больше, со смартом. А этот, говорит, продаю. Он его покупал на тот момент, первый, говорит, за 18 тысяч. Представляете, он продавал его за 6 тысяч, за 5,5 тогда я у него купил, то есть скинул немножко. Вот такая вот разница, все это быстро устаревало, но для меня это было классно. Он и сейчас, этот телевизор живой, он сейчас стоит у моей мамы, и я отдал, и она смотрит его, в принципе, классная машинка. Ох, классно, я ему голос нес. Она неприхотливая, то есть работает и будет еще, думаю, много работать. Ну что ж, друзья, вот я вам пожелал всего хорошего на 23-е. Здоровья, добра, мирного неба, да. Рассказал маленькую свою историю, поиграл в живую сталь. В общем, я надеюсь, вы меня смотрите. Я все равно буду стараться, хоть... Такое время, что не всегда получается. В общем, спасибо, кто меня смотрел. Друзья, комментируйте. В общем, с вами был все тот же Михаил. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.